Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на внеочередном заседании глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Организации исламского сотрудничества в Джидде, Саудовской Аравии. Об этом глава МИД написал в своем аккаунте в соцсети X. Он отметил, что подчеркнул глубокую обеспокоенность Азербайджана последними событиями и растущей эскалацией в зоне Палестино-Израильского конфликта. Также Джейхун Байрамов отметил необходимость срочной деэскалации и немедленного прекращения боевых действий.